Госслужащие в Туркестанской области занимались хищением бюджетных денег в сфере трудоустройства. Это выявили прокуроры региона. Деньги из госказны воровали сотрудники Центра занятости и акимата села Атамикен Жетысайского района. Выяснилось, что сотрудники местных исполнительных органов фиктивно привлекали людей к общественным работам и молодежной практике, а в некоторых случаях трудоустраивали своих родственников и знакомых. Зарплату за якобы выполненные услуги, которые по факту не оказывались, они присваивали себе. Так госслужащие трудоустроили больше 30 человек. По этой схеме работникам Центра занятости и Жетысайского акимата удалось украсть из госказны 24 миллиона тенге. Тем временем именно в Туркестанской области по статданным отмечается самый высокий уровень безработицы в стране. Даже лица незаконно выносили приказы о приеме на работу, а заработные платы перечислялись в последующем на карточные счета других лиц. Также имеются факты, когда работники центра и акимата документально привлекали к общественным работам своих родственников и знакомых. В настоящее время начато досудебное расследование.